условия программы, которая впервые реализовывалась в 2021 году, не изменились. Туристская услуга в 2022 будет предоставляться с 1 мая по 30 сентября включительно. Приобрести путевки родители смогут в период с 31 марта по 31 августа текущего года. Участниками программы кэшбэка стали 57 детских оздоровительных лагерей Новосибирской области. Для оплаты детской путевки необходимо использовать карту МИР, на которую в течение 5 рабочих дней придет возврат 50% потраченных средств, но не более 20 тысяч рублей. Ограничений по возрасту детей нет. В рамках программы ребенок может отправиться на любое количество смен. С каждой транзакции по банковской карте за детские путевки будет начислен кэшбэк. Семьи с несколькими детьми могут вернуть половину стоимости также с каждой купленной путевки. Если есть сертификат на льготы для детского отдыха, можно получить возврат от той суммы, которая оплачена своими деньгами. Не распространяется кэшбэк на лагеря дневного пребывания, походы, экспедиции, экскурсионные поездки. Получить консультацию по вопросам организации детского отдыха можно у специалистов Министерства труда и социального развития Новосибирской области по телефонам 383-238-78-96, 238-78-97 и 238-75-27.